Сейчас я хочу вам показать еще один интересный способ, как можно изменить цвет волос и глаз. Вот на примере этой фотографии. Потому что, как правило, все меняют цвет на блондинках, а мы сделаем это на брюнетке. Итак, приступим. Для начала нажимаем Ctrl-J. Далее. Нам надо создать два новых слоя. Один будет для волос, второй для глаз. Переходим в слои, в самый низ сюда, и нажимаем два раза эту иконку. Раз, два. Слой 2. Два раза щелкнем, напишем волосы. Точно так же два раза щелкнем слой 3, напишем глаза. Так, переходим на слой 1. И начинаем выделять волосы девушки. Для этого переходим в левую панель, в самый низ. Нажимаем быстрая маска. Вот такой вот прямоугольничек в самом низу. А также в этой же панельке чуть выше нажимаем кисть. Выбираем размер кисти. И жесткость ставим 100%. Начинаем закрашивать волосы. Ну вот, после того, как мы быстрой маской волосы выделили, переходим опять в левую панель, в самый низ. Вновь нажимаем на значок быстрой маски. Далее. Переходим в верхнюю панель, нажимаем выделение, инверсия. Вот у нас выделились одни волосы. Нажимаем Ctrl-C. Переходим в слои. Нажимаем слой волосы. И после этого нажимаем Ctrl-V. Перенесли, как видите, волосы на этот слой. Далее проделаем такую же процедуру, только теперь с глазами. Переходим на слой 1. Увеличим наше фото, нажав на панели инструментов масштаб. И вверху вот здесь плюсик. Точно так же выбираем кисть, нажимаем значок быстрой маски и выделяем глаза. Опять нажимаем быструю маску, значок быстрой маски. В верхней панели выделение, инверсия. Далее нажимаем Ctrl-C. В слоях переходим на слой глаза, нажимаем Ctrl-V. Глаза у нас скопировались. И будем менять сам цвет волос. В слоях нажимаем слой волосы, верхние панели изображения, коррекция, черно-белое. Как видите, волосы стали такого серого цвета. Далее нажимаем оттенок. И вот уже передвигая этот ползунок, цветовой тон, мы можем менять цвет этих волос на такой, какой мы захотим. Вот, можем красные сделать. Или вот такие. То есть уже подбираете на свой вкус, какой цвет вы хотите. Вот давайте вот такой оставим какой-нибудь. Вот такие синие, такие, там, полуфиолетовые. Внизу ползунком насыщенность можем придавать насыщенность волосам. Оставим так. Нажимаем ОК. Теперь такую же процедуру сделаем с глазами. Переходим в слоях на слой глаза. Далее вверху изображение, коррекция, черно-белое. По той же схеме нажимаем оттенок и цветовой тон. И меняем цвет глаз, пусть будут зеленые. И насыщенность точно так же. К примеру, вот так. Вот и получилось. У нас девушка с голубыми волосами и зелеными глазами.
Вот такой необычный метод, который я хотел с вами поделиться. Надеюсь, этот урок вам понравился, и вы будете применять его в своих фотографиях. Всего вам хорошего и до новых встреч. Пока!